Если блины могут быть толстые или тонкие, то крепы – это очень тонкие блины. Чем тоньше, тем лучше. Расскажу о рецепте тончайших, почти прозрачных, блинчиков. Как приготовить французские крепы. Крепы – это классический французский десерт. Тонкие блинчики популярны во всем мире. Каждая страна может похвастаться своим рецептом их приготовления. Крепы подают с шоколадной пастой или соусом, например, с апельсиновым или лимонным. Ешьте их горячими, сразу после обжаривания или остывшими. Список ингредиентов в конце видео. 1. Взбейте венчиком молоко с яйцами, затем введите к жидким ингредиентам муку. 2. Добавьте сахарный песок и соль. 3. Хорошенько перемешайте тесто и отправьте его на 15 минут в холодильник. 4. Разогрейте сковороду со сливочным маслом, вылейте около 0,25 стакана теста и распределите по всей поверхности. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Обжаривайте блины с одной стороны около 1-2 минут, затем переверните. 6. Готовьте с другой стороны до золотистого цвета и удалите со сковороды. 7. Подавайте готовые крепы сразу или после остывания. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Ингредиенты. Мука 1 стакан, сахар 0,5 столовые ложки, соль 1 щепотка, молоко 0,5 стакана, яйца 2 штуки, количество порций 4. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Еще увидимся.